Он его поезд прямо везде. Наверное, золотой. Тихо. Сюда не... Ты кто? Почему ты мне не кланяешься, а? А ты кто? Я визирь нашего султана. Визирь великого султана. Визирь. А кто выше тебя, визирь? Главный визирь нашего султана. И для меня честь и большое счастье служить под его мудрой рукой. Ну а кто выше главного визиря? Ты что? Наш султан. И мы все счастливы служить под его мудрой рукой. Ну а кто выше вашего султана? Только Аллах на небе. Ну а кто выше Аллах там, на небесах? Никто! Верно. Так вот я и есть этот никто. Следуй своим путем. И не мешай мне следовать своим. Что? Да как ты смеешь? Шариат! Смотри, смотри, она летит! О, Аллах, он же настоящий колдун. Ну да, он же сказал шариат, а это значит закон. Да, а потом тарикат, путь. Марифат. Вот это чудо, ну и дела. Правоверный, птички из глины в небе летают. Марифат, познание. Хакикат. Он сказал хакикат, истина. И правда, вот она истина. Он из суфи. Только они знают путь к Аллаху. Только они. Мир вам. И вам мир. Кто он такой? Божий человек. Неизвестно, откуда приходит и куда уходит. Да нет, это Муба, творитель чудес. Почему он сказал, что он никто? А еще он звездочет. И алгебру знает. Он ученый-исчислитель. Вернуть! Вернуть его! Да разве его вернешь? Он чародей, прорицатель.